Окей, я угадаю, с вами Шумики, мы сегодня поиграем в игру, которая называется Gunbreak. We'll be right back following these commercials. Короче, какие-то круги запрещены. I'm Brickman. Отсылка на Бэтмен только что была. Ни хера у него стоимость. Игра очень громкая по звукам. Так, подожди, можно... Вот так, да? Пускай будет немножечко потише, потому что она очень орёт. Ладно. Как-то куб не очень... Ой, куб не очень хорошо катается. А, типа заново, да? Перезапуск, оказывается. Я думал, перезапуск... Давай, давай, ладно, поехали. Игра, если чё, ребят, логическая. Также можно этих челиков раздавливать, и тут так вот, как какая-то желешка. Либо поджаривать, как вариант. В чем в игре логика? То, что мы должны... Объясняем. Эта сторона у нас стреляет, мы ее можем использовать как ракета. Верхняя часть, это у нас металл, то есть... с помощью того участка мы с вами можем защищаться от огня и выстрелом. Match and the battle on gun. Все, уровень пройден. То есть тут такие вот уровни, их тут не так много. Но тут есть отсылочки. Как было на Batman, вот у нас 2 из 12. Также здесь вот отсылка, вот трубы, похожие как в Марио. Там какие-то чудики сидят на заднем фоне. А что они мне сделают? Он хотел что-то сделать, я видел. Ой, зеленый грибок. Больше никаких отсылочек нету. Ну и выход как в трубе Марио. И грибки. А, стойте, там еще... Играть бонусный уровень? Да, давайте сыграем. Хотя... Да, ладно, давайте сыграем. VR-очки одеваю. Хотя, ребят, я передумал. Я передумал, потому что мы сначала... Ой, бля, я запись забыл включить. Нет, нет, нет. Мы с вами сначала пройдем основную игру. Потому что тут много всего, как вы видите, есть. Телевидение. Ладно, давайте, кстати, попозже.
Ага, вот основная игра. Третий уровень. Вот, ребят, огонь, видите, вот нас защищает. Он даже огненеупорный, даже вам на рисунке показывает. Joy and the Greg. Это типа сейф помещения. Души кабинет. Так. Готово. Ну, тут только нужно будет привыкнуть, когда нужно ехать, а когда нет. Готово. Так, сюда, наверх. Там было изображено что-то? Или мне показалось? Ладно, пускай будет, что мне показалось. Так. Так, подождите. Готово. Готово. Бас, бас, бас. Пока что все идет нормально. А че он не в ту сторону повернулся? О! Следующую отсылочку можно увидеть. Это у нас... Ой, как его зовут? Кинг-Конг, во. Пиу-пиу-пиу. Так. Черт, вообще упал хер знает куда. Так, так. Так, так, так. Так, так. Ладно, что тут у нас? Тут ничего. Рик Н. Рок. Там было написано. Отель. Что это за херня? Просто херня.
просто херня. Там ничего. Бонусный уровень дали. Лучше так, чем упасть в самый низ. Готово. Полицейские кубы. Нихера себе. Мы теперь с вами преступник, оказывается. Ага. Так, хорошо. Забыл. Ифо пицца. И замечу, что отсылочка на не масонов, а этих. Ой, как они очень давно были популярны. Блин, я уже все позабывал на самом деле, пипец. Как их звали? Не масоны. Я забыл. Сори. Понял. Добро. Но это не масоны, как? Брейн. Что это масоны? Если что, это не масоны. Ну, я думаю, вы сами уже поняли, что это не масоны. Бля, у меня в голове играет, но я не могу вспомнить, кто это. Ну ладно, значит, это было не так важно. Если я вспомнить не могу. Так, мы в полицейском с вами участке, получается. Да. И мне в голове не укладывается, не могу вспомнить. А если вот так упаду? А, так можно. А,
Главное еще правильной стороной упасть. Как не вот эти, типа, что сети взламывают? Пипец, лоба вылетела. Я, если вспомню, я скажу. Обязательно скажу, если вспомню. Давай, я посмотрим, что он сделает. Ну, типа, да, он подходит ко мне. А я пока вспомню, как они назывались. Не помню. Даже игра Битарты была, и там вот эти маски были. Не Масона, а Наен как-то. Вообще не помню. Какой-то хотя бы уровень. 6-й? 8-й. Так, не так. Слишком непонятно для меня. Так, сюда. Так, так, так. Мне нужно, пока оно летит, успеть повернуться. А, тё, чё туплю? Сейчас. Чё-то я затупил. Так, так, так. Нихера себе. Вот тут и нежданчик. Что? А, я снова задел, получается. Как мне только это сделать? Пиздец. Безопасная зона. О, бля.
то и то убивает, понимаете? Жесть. А, вот оно что. Монах, это сложечка? Неплохо. Надо сдохнуть. То, что я хочу бонусный уровень забрать. Вот и забрал. Дэм. Нет, не хочу. Brickman 3D Premium Grinding. Это типа Комикона? Там эти, я думаю, что я по нему попасть не могу. Понятно. Интересно, чего я забоялся? Сейчас каждого просто поубиваю. Так. Готово. А. Нифига себе. Я типа в кинотеатр, да, попал? Добро. Мы в Японии или это Китай, я не знаю. Похоже на Японию. Походу, это и есть Япония. Да. Странно, что я к строителю не падаю. Так, так, так. Так, так, так. Как я это должен сделать? Все, врубился. Тебя глупый. Тихо. Так, так, так. Отлично. Бац, 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 бац. Но ловушки пока что ни в чем нету. Хорошо, мы дальше отправляемся по трубам.
Готово. Стреляем сюда. Стреляем сюда. А так я могу просто удерживать именно стрельбу. А вдруг там что-то было, откуда я знаю? Отлично. Ништяк. Третий запустили. Отлично. И выход открыт. Блин, я думал, там где 3 гейм, там что-то будет. О, какая-то статуя. Наверху ничего нету. Сразу секретс. Нету. Готово. Ага. Ага. Ну, примерно я понял, что мне надо здесь сделать. Это легко. Еще один. Сюда, сюда и вверх. О! А, то есть я даже так цепляю, я понял. Закрываем. Мне нужно понять, сколько всего вообще нужно квадратиков мне. Брик парк. Дальше у нас. Остановись, твое имя Илов. О, Лав. А, битва с боссом.
понимаю. А во что я могу атаковать, а во что не могу? Ну, примерно я понял, как атаковать. Нет, я не понял, как атаковать. Я не понял тактику атаки. А, точно, у меня же это защитная. Ну, я уже просрал. Я тоже просрал. Врезаться в него я не могу. О, повезло. Ну слушайте, три атаки он труп, в принципе. Вот мы с вами разблокировали следующий уровень, который мы, конечно, потом пройдем. А так мы с вами, считайте, вот это прошли. Сколько тут еще? Подождите. Один, два. А, ну еще, в принципе, два уровня только впереди нас ждет. И потом, типа, бонусные уровни и видосики. Давайте посмотрим видосики, потому что, мне кажется, потом будет довольно жестко все. Да, стрёмно было. Ульбрич. Буран. Чё это было? Вот эти, когда оно дергает, там, мне кажется, есть какой-то специальный кадр. Типа освежитель воздуха для носа. И газировочка какая-то. Ripola, Data Poops proudly present. Mega Monster Drip Rumble Mania! Featuring all your favorite bots. Hey! Coming Sunday! Окей. Больше рекламы пока тут нету. Ну прикольно на самом деле. Ну что, давайте на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.